Всем привет! С вами вновь Даша Франц. Дорогие мои, сегодня я подготовила достаточно серьезный материал для раздумий. Любителям покопаться в себе, в отношениях с другими посвящается сегодняшний выпуск. Только недавно стала серьезно и осознанно интересоваться психологией. Уж очень интересно понять себя, людей вокруг, и особенно пытаюсь понять вечную проблему отношений между мужчинами и женщинами. Потихоньку разбираться в тайных отношениях я начала с книги Гэри Чепмена «Пять языков любви». Книга полезна как для девушек, так и для мужчин, которые хотели бы укрепить или дать новый шанс отношениям со своим партнером. Также она будет интересна тем, кто только думает о вступлении в брак. Все люди разные, и они говорят на разных языках любви. И чтобы понять друг друга лучше, стоит прочитать, на каком языке говорите именно вы. Вторая книга подходит для прочтения девушкам, женщины, которые любят слишком сильно, автора Робина Норвуда. Я уверена, при прочтении вы узнаете себя, либо своих знакомых, которые просто вечно страдают от любви. В книге рассказывается, почему даже если отношения с близким человеком не удовлетворяют нас, нам все же трудно порвать их. Немного горькой правды не помешает для того, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью и уметь правильно любить. Ну и напоследок немного жесткая книга «Обещать не значит жениться» автора Грега Беррента и Лиз Тучило. Бестселлер, написанный сценаристами популярного сериала «Секс в большом городе». Эта книга может выступить даже как здравомыслящая подруга, пока ваши эмоции отключают голову. Предельно честная. Она научит, как не допускать неуважения к себе и найти партнера, который будет заинтересован в отношениях именно с вашей индивидуальностью. На этом все. Читайте книги, любите себя и не загоняйтесь по пустякам. Возможно, сегодняшний подборки помогут вам лучше понять отношения между мужчинами и женщинами и чему-нибудь научиться, но это решать только вам. Приятного прочтения и до новых встреч!